Aqui, já experimentarei. Vamos checar menu. Čau. To je kolo linkla. To je to bylo jenom moje videjko. A teď ji popasí to. Ale já vidím to. Tady vidíte všechny naše obrazy. Светила лампочка всю ночь? Нет. И как нет? Ну, в смысле, ты работала? Ну, я снова включала. Так, работала всю ночь, да? Ну, в смысле? Пол пятого последний раз включала. И все равно работала? Да. Вот это я хотел. Ну, понятно, да? Не поняли. Да, да. Ну, типа, как всю ночь? Ну, ты я два раза включал. Но...
помочь тебе. Стоять и не будешь. Ну что? Кто тебе будет там стоять? Прошло сколько, Коль? Прошло 6 часов. Ой, психология. Ну что с тобой? 24 часа. Это мы бы приехали вечером, и ты бы посмотрел аж в 9 часов вечера или в 10. Ну, а так же надо ждать до завтрашнего утра. Нетерпеливый такой. Капец. Да. Уперлась? Да. Что, думаешь, ты сильнее? Одним пальцем тебя отодвину. Уже что? Двигаю. Видишь, как двигаете? Пальцем не отодвинуть. Хотел сказать, каким пальцем? Не хрюкай. Самым толстым пальцем тебя отодвину. Не хрюкай. Что-то мне пипец не меняет. Что, нигде? Что-то не поцеловал. Давай следующая бочка. Так. Отмазывайся. Отодвинься. Так. Не целовал? Нет. Раскрылся, блин, в трусах. Спит. Жарко ему, все страдаем. Он дрожит. А мы не спим. Июля этот печь. А что тут такого? Врубай его. А что тут такого? Едем на дачу, чтобы поспать. Я целую ночь не сплю, потому что жара. Аля. Еще воняет свечкой. Аля. Аля. Все, прилепил. Держи, держи, держи. Я тлачу. Тлачу. Вообще мне держать не надо, я уперлась. Ну, так стой просто. Просто у того надо стоять. А, можно. Ты вот здесь вот я ошибку сделал, ошибаюсь. Смотри, это пальцы склеятся. Вообще. Сумасшедший, сделай мне кофе. Дедушки старые.
что, где тут мы? Тут фен забыла, ты домой забыла. О, на пятый. Земля. Дашь мне ты чай, не будет? Я? Но. Я дал. А с видом опатрнее. Чтобы тоже, чтобы он не был в авто шпатнее, видишь? Кучка. Мне уши на ней. Мне... Ты уж все старое росла, а? Ты добче. Да, он и без сырки, но... Куда? Баба, еще там все в сырке. А тут лае? Это всех на джам порану. Я не знаю, Валя. Ну, вечером... Давай на мизи мне тарелок. Ну, вечером...